пожалуйста, будут ли закупаться новые трамваи и троллейбусы и ремонтироваться старые подвижные составы, как это было раньше? Как это было раньше? Но я вам могу сказать, как это было раньше, вы видели, наверное, до 1 декабря 2010 года, когда фактически весь подвижной состав был остановлен, и на линии выходило 30-40 единиц трамвая и столько же троллейбусов. Это то, что было раньше. Значит, а сейчас вы видите, что мы ежедневно выпускаем, на линию выходит порядка 130-140 трамваев и 110 троллейбусов. Это то, что касается. Мы провели огромную работу и на сегодняшний день уже модернизировано 109 трамваев. Проводим большие капитальные и средние ремонты троллейбусов. Привели сейчас в плане подготовки к летнему сезону окраску и внутреннее содержание, и техническое состояние, и эстетически приятное такое восприятие. Кроме того, сейчас мы заключили договора и будет порядка еще 30 вагонов и машин у нас под рекламу, которая, вы видите, что она, если вы относите к вопросу до 2010 года, в период 2005 по 2010, то вы видели, какая реклама была тогда и какого качества она сейчас.